Микрорайон Купеленко, Северный квартал, дом 4. Именно здесь открыт дополнительный офис многофункционального центра. Первое время он будет работать 3 раза в неделю, и в день услуги смогут получить до 120 человек. Дополнительный офис открыли в одном из самых густонаселенных микрорайонов. Местные жители с радостью восприняли новость о появлении отделения МФЦ рядом с домом. Очень близко, не надо ездить на другой конец города. Хорошо, удобно получать услуги соответствующие. А как часто сами пользуетесь услугами? Последний раз, наверное, когда ребенок родился. Регистрировали. Вот это, все документы, удобно было обратиться. У нас здесь все удобно. У вас все рядом? У нас все рядом, магазин, вот 100 метров, 150, красотища. ЖЭК здесь, тут же вот далеко ходить не надо. Стоматология, все. Хороший район, тихий, спокойный. А теперь еще и дополнительный офис МФЦ будет? Вот, тем более. А то нам приходится ездить на автобусе, далековато. Это структурное подразделение головного офиса, которое территориально относится к городскому поселению Горки-Ленинские, но фактически будет обслуживать и поселение Видное, и поселение Ленинское, потому что граница это очень-очень условно. Первый день дополнительный офис посетил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он прошел по всем помещениям, пообщался с персоналом. Девушке не жарко, нет? Нормально? Я спрашиваю. Пока нет. Пока нет. Нет кондиционера? В этом помещении пока нет, но закупка есть, мы поставим. В офисе 3 окна приема и выдачи документов и еще 3 окна доступа к порталу государственных услуг, где жители самостоятельно или при помощи специалистов центра могут подать ту или иную услугу в электронной форме. Это уже 2-й дополнительный офис МФЦ, открытый в муниципалитете в этом году. Валерий Венцель сказал, что задача руководства городского округа состоит в том, чтобы обеспечить жителям возможность получать услуги в удобном для них месте. У нас появляется такая возможность. Нет, не потому что мы там сверхбогатые, да, а потому что мы заинтересованы. В новый офис пришли работать специалисты с опытом. Тамара Рамазанова трудится в МФЦ год. В этот офис девушка перешла, потому как он ближе к дому. Мне нравится помогать людям, вот, когда они довольны, особенно приходят после обслуживания. Вот, ну, конечно, разные приходят люди, но надо понимать, вот, нужно помогать. Первые клиенты не заставили себя ждать. Ольга пришла с маленьким сынишкой. Она узнала об открытии офиса из соцсетей. Мне просто нужно было в МФЦ вот подтвердить учетную запись. И мы не могли все никак съездить, потому что нам на школьную далеко. А сегодня вот в Инстаграме увидела, что открыла здесь, поэтому пришли сюда. Первое время дополнительный офис будет работать по вторникам, четвергам и воскресеньям с 8 до 20 часов. Когда этого времени не будет хватать, чтобы принять всех желающих, то режим работы станет ежедневным. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.